Вам знакомо такое понятие депрессия? Я лечилась, конечно. Депрессия – это тяжелейшая болезнь. Это как воспаление легких, я не знаю, как перелом основания черепа. Депрессия – это же не потому, что тебе кто-то испортил настроение, это неплохое настроение. Лучшего периода в то время у меня не было. А у меня была дочка, я была замужем, у моего мужа были рестораны, а у меня появились дорогие шмотки, сумки, появились деньги. То, о чем я мечтала. Я была в хорошей форме. Виталий Соломин, Царство Небесное, пригласил меня вот в свою последнюю антрепризу «Мышеловка». А прямо у меня была работа и все. И на меня вот это накатило. И я умирала. Плакала моя мама, Игорь. И он меня сажал в машину, открывал окна, и я просто так открывала и по городу водила. Я просто орала, я ничего не могла сделать. И это было невыносимо. Просто ты лежишь и просто плачешь. Притом на вопрос, что случилось, может быть, ты что-то хочешь, ты ничего не хочешь, ты просто не понимаешь, что с тобой происходит. Вот у меня было два раза. Вот эта депрессия, когда мне сказали, это болезнь, что нужны антидепрессанты, психотропные, что нужен хороший врач, это все. И второй раз это у меня случилось во время уже женилок, когда вдруг прямо во время программы я сказала, умираю. Прямо во время программы заплакала, сказала, умираю. Не могу. Все. Меня увезли в клинику под капельницы, да, кололи литрами. Я так говорила. Не могу говорить. Да. И кто лечил? Лена Малышева дала очень хорошего невролога. Сказали, это не наше. Да, психиатры. А как? Ну а как? Послушайте, если Слушайте, человек... У нас очень долгое время в нашей стране тема депрессии, тема психических заболеваний была табуирована. То есть ты говорил, что депрессия, тебе говорили, возьми себя в руки, иди работать. Да. Это же враги так говорят. Ну как? Это же вот, представьте, если у человека клапан там в сердце, или, ну не знаю, или ему переехало там, я не знаю, ногу, там самосвал. Это же такая же болезнь, ну как, я не знаю, как перелом ключицы. Ты не можешь это лечить, ты не можешь за себя отвечать. Вот у меня не было, ну как бы, никакого такого стресса. Все хорошо. Триггера абсолютно. Лучшая ведущая, программа ТЭФИ, у меня куча предложений. Я по всему Союзу и за границу летаю со спектаклями. У меня VIP-пакет, VIP встречают, провожают, бизнес-класс. Мне дуют, люкс номер. Ты понимаешь, что что-то на тебя вот такое вот накатывает, ты не можешь это объяснить, но ты думаешь, это все сейчас что-то случится, сейчас что-то случится. Да, что-то такое. И ты от себя говоришь, ой, фу, лети, ни в кого не попади, это меня не касается. И потом вдруг тебя прямо вот так накрывает, и ты говоришь, я умираю. И меня увезли в больницу, прямо увезли, положили капельницы. И ты просто лежишь и сходишь с ума. Нужно ли, чтобы кто-то был рядом в этот момент? Нет, не нужно. Тебя пичкают такое количество лекарств, что ты ничего не воспринимаешь. Ты не можешь есть, не можешь пить. Только должны быть врачи, которые понимают. И ты не у тебя нет энергии на близких и родственников, а ты в них не нуждаешься. Ты вообще не помнишь, что они у тебя есть. Поэтому, ну, дикость какая-то, 2021 год. Нельзя этим пренебрегать. Нельзя. Нет, нужно прямо бежать к врачам. И если нужно, я дам хороших врачей. А как? Рассказывай, что встретилась с чуваком.